Since you've been gone, it set me off on my axis. And now all I wanna do is forget. God, why does it hurt to see you happy? How do I stop these feelings when they come? I don't know how I got here, so don't ask me. Either feel it all at once or be completely numb. And I feel it coming. Сейчас все как? Как можно? Бля, уже все, ноги не поднимаются. Еще три раза. This life of fighting with myself is all I've ever known. Комары были два. Реально, смотрите, Эдик Бурдуков у нас стал таким популярным режиссером, но он всячески пока игнорит беговую тему. У него он коробка про футбол отснял он фильм. Этот на острие про фехтовальщиков отснял. А вот пробег ждем, когда будет пробег. Мы же пацаны, с нами же вместе бегал, вместе соревновались. А помнишь, он, у него книга была? Мы сначала, он просто брал книгу такой и тихо уходил куда-то читать. Да. Не при всех читал. Мы думали, что за книга, Потом он однажды, мы допытались до него, покажи, что за книга. Он показывает там компьютер для чайника. Мы так долго ржали, может быть, поэтому он сейчас фильмы про легкоатлетов. Наверное, из-за этого он фильм не про легкоатлетов и не хочет. Ну а так-то он вроде бы неплохо бежал, был в призах, даже если ошибаюсь, не ошибаюсь, чемпион России был, не был, не помню. Он Кубок России точно выиграл. Кубок России точно выиграл, да, здорово бежал он. Они вместе тренировались с Саньком Орловым. А у них тренер кто был? Трошин. Трошин. Он сейчас хоккеистов тренирует. Да. С усиками такой. Да. Это также чудо. Он 8? Четвертой позиции, да, надо сегодня пускать тайное оружие. Итак, Саша у нас в туалет пошел, травка. Это что, сегодня у нас получается по очкам? Уже каждый бежит сам за себя, и потом в итоге очки эти среднее количество. Ладно, тогда что, на 10-20 запланируем, да? Вот старт. Тогда сейчас на разминку пойдем. Сейчас 9.30, через 50 минут. Пошли. Что ты меня снимаешь?
итогам вчерашнего дня мы на 4-й позиции. Нам надо сейчас жопу рвать на 15-ке, чтобы хотя бы попасть в тройку. Результат соперников частично известны, так что мы примерно знаем, каким темпом нам бежать. Попробуем. Я попробую по 3.08-3.10, ребята по 3.15. Все ТБС готовы. Промахнуться не можем. Обратно такой ветер был. 49-18. Вот так, 15-01, 15-02. Ну, 50, наверное, там столько. На обратном пути последняя тройка, ветер встречный был вообще. Да там всю дорогу, мне кажется, встречный был. Я развернулся и всю дорогу подъем. Я думаю, когда закончится. Ну, что не было, нет? Нет, нормально. Жарковато. Я после пятерки уже все. Мне жарко не было, у меня единственный ветер и подъем этот бесконечный. Так, Саня. Почаще.
Ну так-то нормально мы пробежали, но похоже нас дублеры обгонят. Будет так. Может быть кого-нибудь мы обгоним, но дублеры команды нас обойдут, по-моему. Мы также на четвертом месте. Мы хорошо бежали в ту сторону. Дружно бежали потом, обратно уже рассыпались. Мне отлично бежалось, даже отлично, до пятерки потом уже было рисковаться. На том развороте уже разнесло локоть. Саня, тебе как бежалось, скажи? Мне тяжело бежалось. С самого начала? Почти, да. Мне 52-20. Честно говоря, жарковато сегодня. Мы на тренировке быстрее бегали. Я не почувствовал. Быстрее, ты фортлет, наверное. За сколько пробежал? 12, помнишь? 3-12. А сегодня сколько? 3-11, точно. Тогда 17? 18 километров бежали по 3-12. Я 3-27 тогда бежал. А тут, блин, пятнашку. Ну это все из-за погоды. Плюс ветер. Нет, мне кажется, больше даже из-за подъема. Или нет? Ветер, подъем. Ой. Есть подъемы. Ладно, ребят, молодцы, мы тоже погнали. Why can I hear the light? It's okay, we've been here before. Carry on the light, they won't know that it's не забыть на старте запустить часы, и потом финиш, общий финиш, не твой конкретный на твоем этапе, а финиш последний. Смотрите, передаем палочку правой рукой в левую. Ты принимаешь, то есть левой вот стоишь. Вот зона передачи синяя. Смотрите, он олимпийский стадион. Смотрите, сколько зрителей. А? Красота. Все, мания. Давай, побежали. Вперед, Серега, давай! 0,3, 63, все. Блин, что-то быстро надо сбавить. 64, 80. У них что, 60? Да, у них 60. Первый 65. Ром, сколько? 65, Серега, у них, у нас 65 было. А, так держаться. Тренер. Да, у Степы 63. О, посмотрите. Серега 65 бежит. Серега, давай, отработай. Серега. Лекарственная Россия передает палочку. Чемпион России на марафоне. Давайте бежим. Какое время? 65 у Сереги. Серега готовится.
26-43. Я попозже. Сплит какой последний? Стоп, какой сплит? 62, да? Стоп, вот так. Дай мышцы на руку. Зажми. Финишируешь Михаил Максимов. Главное, мужики, ребята. Главное участие. Да, вот это 26-43 мировой. Мировой рекорд? Да, говорят, Микель обиделся. Он у нас 26-45. Я попозже, мне получилось, мне 47. Дайте Степу, дайте Степу. Да, вы молодцы, вы молодцы, вы крепче. Да, отлично, ребята, молодцы. Да, в честной борьбе победили без всяких. Нет, это без подколов, без подколов. Очень круто бежать в таком возрасте. Да пошел ты! Вот видите, как можно и после 40 лет можно тоже бегать. Это как бы все страхи, все в голове. Все, всем спасибо, пока. О, блин, гонка тяжелая. О, сейчас 25 по 400. Это вообще врубак. Серега вообще молодцом держался, отлично пробежал. Ты вообще как бежал? Я думаю, конечно, тяжелее будет, потому что с утра мне было как бы такое тяжелое состояние. Все болело, особенно икроножные мышцы после вчерашнего бега. Видать, там вчера намучился и сломался маленько в жару. И, видать, там как бы техника там поломалась, да и уже как бы начал я так бежать. И вот икроножная мышца была забита как бы довольно сильно. Я боялся, что мне сегодня она еще вот как-то травма будет какая-то. Но, слава богу, все обошлось. Все получилось, как хотелось. Очень молодцы. Да. Гонку завершили, очки набрали. Теперь пускай молодые бьют наши итоговые таблицы. Вот кто вот участвовал, скажу, молодцы все. Вот потому что надо быть очень как бы сильным и физически, и вот сильным духом. Потому что вот одно дело вот, ну, сидеть или вот лежать на диване и как бы там быть как бы душой. Это самое главное, немногие тренера решатся своих учеников запустить на такую гонку. Потому что это выхлёстывает вообще. Вроде там ребята страшного нет, что вот так тебе показало, никто не умер, никто не сломался. Ну, месяц отдыхать будем. Ну, месяц отдыхать будем. Ну, зато показали как бы себя, что живые вроде да. На ногах. Опробовали новый формат соревнований. Да, может, и пример показали хороший для следующего поколения, да. Спасибо всем, кто принял участие. Вы поддержали этот проект. Огромное вам спасибо. Хоть и приз только за первое место, и все понимали, что этот приз уйдет команде девчонок, но пацаны молодцы вообще, просто за идею бились. Да. Спасибо вам. Молодцы, так держать.